В регионе продолжаются различные праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя. Так, очередное подобное мероприятие было организовано для учителей 125 High School. Благодаря таким квалифицированным преподавателям, многие ученики после выпуска со школы получили возможность получить высшее образование в ведущих зарубежных вузах. Подробнее в сюжете. Камбаева Асыл Болатқызы, 200 000 теңге көлемінде Ташкент қаласына жолдама. Камбаева Асыл, қошеметтеріңіз. Это первая в Республике Казахстан школа, основной миссией которой является воспитание образованных и счастливых детей, которые используют специальные методы, предусматривающие всестороннее развитие учащихся, в частности, профориентационную и внеклассную мотивационную работу, комплексное компьютерное тестирование и систему наставничества. В рамках празднования Дня Учителя была организована масштабная церемония чествования преподавателей. Всего учителя этой сети получили подарки на сумму порядка 100 миллионов тенге. В том числе 11 преподавателей и столько же менторов были премированы туристическими путевками в зарубежные страны. Школа 125 High School организовала вот такой праздник нам, учителям. Хочу сказать спасибо руководству за это, за поддержку учителей и за внедрение инноваций в сфере образования. Мой преподавательский стаж 14 лет. Приятно, что мой труд ценят. Очень рада этому. Я работаю с клиентами в сфере пиар и маркетинга при 125 High School. Для детей в нашей школе даются большие возможности, чтобы получить образование. Сегодня мы стали обладателями вот такого сертификата. В мероприятии приняли участие педагоги из 18 подобных школ из разных регионов Казахстана. В его ходе были отмечены успехи учащихся, обучающихся в этой школьной образовательной сети. Так, в 2022-2023 учебном году аттестаты о среднем образовании получили 2281 выпускник. 48 из них получили приглашение на учебу в самые престижные учебные заведения дальнего зарубежья. А большинство выпускников получили государственные образовательные гранты. Как результат, растет число желающих учиться в подобных школах. Чтобы поддержать наших учителей, мы организовали вот такой праздник. Отмечу, что в сети школ 125 High School на сегодняшний день обучается 1700 школьников города Тараз. Также отмечу, что благодаря учителям нашей школы ученики показывают неплохие результаты на экзаменах ЕНТ, IELTS по предметным конкурсам и на школьных олимпиадах. Следует отметить, что в городе Тараз действуют 4 таких образовательных учреждения. По результатам ЕНТ школа заняла первое место. Здесь получают образование ученики с 5 по 11 классы. Главной особенностью образовательной системы школы является предоставление возможности реализовать теоретические предметы на практике, использовать полученные знания в окружающей среде, повседневной жизни и обществе. Кроме того, в школе у молодых учителей есть возможность приобрести навыки благодаря наставничеству более опытных учителей. Преподаватели и наставники повышают квалификацию на республиканских семинарах, проводимых среди 125 High School. Валихан Талгатов, Аслжан Шымкент, Айкын Акпарат.